Инициаторами митинга стали общественные организации города-курорта. Собравшиеся держали в руках государственные флаги, транспаранты партий и общественных организаций, а также казачьи хоругви. На митинге выступили депутаты ЗСК, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, представители молодежных организаций и общественных объединений. По всей стране проходят митинги и шествия. Идут эшелоны гуманитарной помощью в Крым. Наши высшие органы и Совет Федерации, и Государственная Дума принимают важнейшие решения в поддержку народа Крыма. Большинство участников мероприятия – представители интеллигенции города-курорта. Всем желающим молодежь прикрепляла к лацканам пиджаков георгиевские ленточки. У нас одна вера, одни корни, и мы должны поддержать народ украинский. Севастополь – это родной город. Я ходила в школу там. Боже мой! Там сражались, вот мой отец. Все должно решиться спокойно, без крови. Только так. А мы всегда своих братьев поддерживаем. Надо высказать свою серьезную поддержку в этом вопросе. Мы, конечно, с родными нашими братьями-украинцами. По итогам митинга была принята резолюция. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа регион.